Показываю. Такой отчет у нас каждый день будет. У нас не будет недоразумений в конце, потому что у него есть начальство. Вот начало работы в 11 часов 15 минут утра. А заправка горючим началась в 11. Я поэтому убрал 15 минут, как в работу включил их. Хотя работать мы не работали. Так, обед с 13.40 до 14.40. Сейчас этот выкидываем. Закончили в 19. За вычетом всего ровно 7 часов. 7 часов. Ну, 11 и 19. Это из 19 будет 8. Ну, и обед 8. Остается 7. Так, 7 по полтора считается. 7,5 – 35. 7,1 – 7. И тройка – 10. 10 – 500. Сегодня вы заработали 10 500 рублей. Так договаривались? Ну. Здесь все. Вот. Я вам отдаю сегодня 15 тысяч. Ну, мне надо 15. Да. 15. Вы мне будете должны завтра уже отработать 4500, чтобы вам было говорить. Все понятно? Да, ну я сейчас тоже себе помечу. Запишу. Ну, вы поняли, да? Значит, согласна, я расписываюсь. Просьба вам расписаться внизу. Все. Сейчас мы идем, чтобы отослали ему деньги. Это вы данные все дадите сейчас ей. А да. Там они завтра уже все это сделают. Сегодня уже кончилось. А деньги я вам даю. Так, идите сюда. Подойдите. Вот, смотрите. 5, 10, 15. Угу. Ну, согласно того, как она написала. 4500 завтра я с вас высчитаю, которые заработали. Вы сейчас ей их отдаете. Ну, вместе пойдем. Вместе и пойдем. А он там 15 переведет, вы дадите адрес. Все. Можешь положить даже.